У нас уже 5 часов вечера. Я провозился с машиной этой. Я приехал в 3 часа туда. Она плохо заводилась. Мы целый час возились, пока она завелась. Я сказал, в таком состоянии не хочу ее отсылать в компанию, потому что они должны ее заводить, если она плохо заводится. Я поехал на этой машине делать тест-драйв. Заехал к одному механику. Он занимается только немецкими машинами. Я говорю, спросил у него, кто разбирается в этих машинах старых. Он меня послал к другому. Я туда поехал, но там механик уже закрылся, ушел домой уже. Я поехал опять назад к хозяину машины. Говорю, давай оставим машину там у этого механика, который разбирается. Пускай он завтра ее утром посмотрит. И он пускай завтра все решит, потому что я буду в Мидленде опять. Дурацкое радио перебивает. Короче, я буду в Мидленде и буду только созваниваться с ним или с механиком, чтобы узнать, что там сделать надо, чтобы она заводилась лучше на холодный мотор. Да она и на теплый мотор тоже плохо заводится. Ну, что сделаешь? Старая машина, так она хорошо бегает, если она стоит на дороге, хорошо, плавно все бегает, мне нравится, офигеть. Конечно, здесь я попал в трафик такой вот, такое движение, как раз 5 часов сейчас все с работы домой едут, задвижно. Надо быстрее покинуть Торонто, и тогда будет лучше. Километров 10, наверное, может быть, лучше будет уже движение потом. Сейчас еду за мотоциклом примерно 100 километров. Надо успеть побыстрее приехать туда, загрузить. Потому что тороплюсь, в 9 часов надо сдавать это прицеп, а то они закроются, и потом надо будет доплавчить, я думаю. Хотя бы, навряд ли, ну я не знаю, короче. Вот я в Кичино, уже где-то 7:30. Вот он трейлер, вот мотоцикл стоит, привязанный. Мотоцикл стоит здесь, укрепленный. Вот он, мой любимчик. Ну стой, стой. Еще 200 километров, и мы дома. А на улице уже холодает. Чтобы дороги сухие были, а то он сзади грязный будет. Немножко. Ну, надеемся на Бога. Как Бог даст, так и возьмем. Так и будет. По-другому. Я мог бы накрыть, но зачем накрывать? Этот клеенка еще сорвет ее, может быть, порвет там. А лучше пускай так. Мне сейчас 200 километров примерно ехать, и уже дома буду. Трейлер я уже сдавать навряд ли я буду сегодня отвозить. Завтра отвезу его и помою машину, может быть, сразу. Все, я уже в Торонто, вот, возле аэропорта. Сейчас через 2 километра буду переходить на Highway 400 и еду на север. Все, едем на Берри. Все, почти дома, еще пару километров. Здесь дороги, конечно, снежные. Здесь, можно сказать, почти не чистят их. И движение маленькое, поэтому здесь снег лежит. Добрый день, сегодня у нас 30-го. Съезжает. С крыши съезжает снег. И падает. На улице теплеет немножко, но все равно где-то примерно 1-2 градуса. Я приехал в 11 часов ночи домой. Не стал возиться с мотоциклом. Потом утром встал быстро в 8 часов, поехал, помыл мотоцикл, потому что брызгало немножко на него. Помыл мотоцикл, пока загрузил его, уже 12 часов было. Я его перегрузил в свою машину. Может, сейчас выйду и покажу вам. Купил себе перчатки, вот такие вот, из настоящей кожи. Здесь написано. Это когда я был, это ехал в Торонто, купил. Это ковбои используют вот такие вот перчатки на лошадях. Но я решил, я же тоже на механической лошадке, которая у меня в Германии. Сейчас тем более этот мотоцикл будет Harley. Как раз хорошие, мне подходят по размеру. И вторые купил, они подешевле. Эти перчатки стоили где-то $14. А эти где-то так $8 без налогов. Там чуть-чуть, может быть, доллар прибавляется. Эти немножко побольше по размеру и по качеству немножко хуже. Видно, кожа немножко такая вот не совсем. А здесь прям отличная. И здесь такая вот, ну, как материал какой-то чувствуется.
А здесь более гладкая, здесь более шуршавая такая вот. Ну, я взял кожу, потому что если в дождь едешь, может, она не так промокает сильно, как это материал другой весь. Короче, сейчас поеду одну машину мыть тоже. Отдам прицеп, отвезу прицеп. Я уверен, они мне, наверное, за второй день возьмут сегодня деньги, потому что я задержался. Думаю, ладно, раз уже опаздываю, поеду позже туда. Помою свою машину и поставлю ее назад. Вон там, сзади домика того, сбоку, как и всегда, поставлю. Надо сегодня закончить все. У меня осталось 2 дня. В воскресенье вечером в 6 часов я улетаю, покидаю Торонто, Канаду. Сейчас будем готовиться. Надо еще в магазин заехать, кое-какие сувенирчики купить еще, подарочки, шоколадки, может быть. Доброе утро. У нас 1 декабря. Как интересно, с крыши съезжает снег, и сосульки прямо это... на стенку направлены. Здесь посмотрите. Ну, еще чуть-чуть, и они в стекло, в стенку будут упираться. Ну, я не думаю. Дальше будет падать и упадет вниз. У нас сегодня суббота, предпоследний день в Канаде. Забыл вчера показать, как я загрузил мотоцикл. Покажу. Он там все полно загружено. И, короче... Поедем сегодня в ближайший город, Берри, в китайский ресторан «Мандарин» называется компания. Покушаем там немножко на обед и потом вернемся. У меня небольшие такие проблемки с одной с этой старой машиной, которую я выбрал. Она плохо заводится, она стоит сейчас у механика. Мне надо сейчас утром позвонить, узнать, договориться с ним, что и как. Если он требует много за ремонт, он говорит, карбюратор надо поменять, и это стоит 700 баксов. Это без работы, без всего. Короче, 1000 баксов отстегнешь, чтобы карбюратор поменять. Да ну нафиг. Я в интернете посмотрел, если я закажу сам, заплачу, может быть, 300 баксов там, и сам могу поменять его. Слишком много, я с ним поторгуюсь. Мы приехали в ресторан азиатский, называется «Мандарин». Сейчас уже вот такая нарядная елочка стоит здесь. Здесь такой у них фонтанчик небольшой. Я свою камеру забыл дома, поэтому снимаю на сотовый. Вот здесь вход. Мы сейчас ждем, пока нас вызовут. Вот я в ресторане. Большой выбор здесь всего. Сколько мы видим еды всякой. Здесь у нас тоже всякая зелень, суши. Здесь еда. Здесь мороженое можно брать. Здесь сладости. Сладости тоже всякие. Вот опять мороженое, всякого вида мороженое, тортики, зелень, тортики опять всякие вкусные. Тут разные супы, салаты всякие, креветки, здесь опять салаты. Выбор очень большой. Много еды. Я не смог все попробовать, так как у меня желудок очень маленький стал после моей диеты. Большой выбор еды. Вот. Всякие жилетики.